Уважаемые жители республики, добрый вечер. Продолжаю ежедневно информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 2926 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 62 человека. Под медицинским наблюдением находится 1970 человек, выздоровело 1254 человека. За минувшие сутки 33 человека. Сегодня президент России обратился к жителям страны. Владимир Владимирович Путин дал оценку работе системы здравоохранения в условиях борьбы с коронавирусом и введением в связи с этим мер поддержки граждан и экономики. Глава государства поблагодарил медицинских работников и отметил важность продления стимулирующих выплат на июль и август для тех, кто на передовой, кто спасает жизни людей. Также президент сообщил о продлении до 15 сентября стимулирующих выплат для социальных работников детских домов и домов-интернатов, которые в условиях коронавируса перешли на закрытый режим работы. Говоря о поддержке граждан, семей с детьми, президент заявил о том, что в июле родители получат еще одну выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Это, безусловно, очень важная своевременная мера поддержки. Глава государства уделил особое внимание вопросам повышения занятости, восстановления экономики, поддержки бизнеса на этапе выхода из режима ограничений. По решению президента дополнительную финансовую помощь получат регионы в объеме 100 миллиардов рублей. Это плюсом к тем 200 миллиардам, выделенных ранее на компенсацию затрат регионов на борьбу с коронавирусом. Еще 100 миллиардов рублей будет выделено на обновление региональной дорожной сети. Уважаемые жители республики, это все самое главное, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга.